Всем привет! Сегодня я делаю блог. У меня сегодня свободный день, потому что я закончила все экзамены. Поэтому мне разрешили поехать в Ипсвич. Как бы сегодня четверг, но мне как бы все равно разрешили. Вот. Сегодня я, наверное, съезжу в Ипсвич. Просто посмотрю, я хотела купить себе сковородку нормальную, потому что у нас здесь в доме, честно говоря, ужасные сковородки. И потом, как все равно сковородку куплю, она мне еще понадобится. Я вот весь год я буду в школе пользоваться, а потом могу и на квартиру свою, там, если у меня будет квартира взять, или в университет, в общежитие. Поэтому, да, сковородка — это очень хорошее вложение денег. Вот, поэтому куплю сковородку, хочу посмотреть еще специи. И так просто по магазину прогуляться, потому что меня очень напрягает сидеть вот в комнате весь день. Я уже как начала немножко готовиться к следующему году, потому что в следующей неделе у нас начинается уже подготовка к 13-му, последнему году. И до меня только сегодня доперло, что я последний год в школе. Понимаете, это я как бы до этого вообще не задумывалась. Сейчас понимаю, все, скоро университет начнется. Я больше не маленькая Машенька в школе. Я уже взрослая ученица университета. Вот. Поэтому вообще так странно. Знаете, иногда не осознаешь даже такой факт, а как это понимаешь, начинается такое. У меня паника немного начинается, то, что все теперь. Не маленькая больше. Вот, да. В общем, я еще, да, как вы просили делать больше влогов и все такое, я, наверное, буду снимать город, но так как я сейчас с айфоном, это, наверное, будет полегче, нежели с камерой. Вот, но я так аккуратненько постараюсь вам эти всякие заснять. Просто на меня реально иногда странно так смотрят, когда я снимаю. Вот, поэтому, да. Все вам сниму, все покажу, что там нового. Сегодня погода, конечно, не очень, 11 градусов, но я привыкла уже, если честно. Поэтому, да, оставайтесь со мной. В общем, всем привет. Сейчас я иду в город. Пока людей нет, я тут решила быстренько вам такое апдейт сделать. В общем, да, на поезде добралась до этого города. Сейчас запуталась, вообще тут стройки идут, поэтому мне пришлось огромный круг делать. Я вам немножко кадров тут засняла города нашего, вот. Сейчас иду, наверное, в Starbucks, потому что что-то, видать, завтрак вроде, как бы плотный был. Что-то у меня как опять дырка такая же, вот, в общем. Все, пока. В общем, уже села в поезд, сейчас уже иду домой. Потом покажу чуть позже видео, что я купила. И, да, вот, в общем, как я съездила. Всем привет, я только что вернулась из города и сразу приготовила себе обед, потому что я была жутко голодная, как бы с 8 утра до 3 часов дня ничего не ела. Мне просто вам совет на будущее: никогда с голодухи не готовьте, потому что я наготовила столько, что мне придется сейчас выкинуть еду, что мне обычно не очень нравится делать, поэтому я забыла показать вам, как это все до этого выглядело. Ну, в общем, я купила вегетарианские сосиски. Сосиски в магазине, в супермаркете. И я недавно в интернете нашла, как готовить кускус. Вот, поэтому теперь это единственная вещь, которую нормально могу готовить, потому что макароны у меня всегда недоваренные, рис у меня всегда тоже недоваренный, поэтому кускус самое легкое вообще и самое полезное. Как, я прочитала, там у него состав такой хорошенький. Имейте в виду, он разбухает в 3 раза. Я просто с голодухи опять говорю. Насыпала, он был сухой, потом смотрю, просто из тарелки весь вываливается, уже думаю, блин, куда мне столько, у меня, я вот видите, сколько не доела, потому что у меня просто уже не лезет, и вот сосиски остались, я их тоже не доела, и еще я немного моцарелла чиз туда, моцарелла сыр туда, сделала вообще чуть-чуть, капельку просто я купила, и он скоро просрочится, да как он дорогой был, я просто по чуть-чуть его ем, какая разница, все равно не выкидывают. Если выкидывают, то хоть меньше. Вот. И свеклу. 2 такие кругленькие штучки свеклы. Да, вот. Начала уже нормально питаться. Вот, спортом занимаюсь. И вот так вот кушаю. Поэтому на завтрак у меня была овсянка с бананом. Как обычно. Вот. И на обед вот это. И, наверное, сейчас, надеюсь, еда осядет. Потому что у меня просто вроде немного съела, а живот, просто взрывается. И потом, наверное, у меня будет, как обычно, мы послеобеденный, как я это называю, чай с печенюхой. Вот, пока не решила, что будет у меня печенюха сегодня. Я вам все сейчас покажу тогда. Мне еще посылка пришла с eBay. Это моя кофта винтажная какая-то.
Честно, не помню, я столько всего сказала. И вот это мне вчера пришло. Это платье такое. Тоже из eBay. Вот. Все. А еще сегодня ухо прокололо. Вот тут вот. То есть у меня теперь 3 дырки на одном ухе. Да. Было не больно, вообще не больно, но как я здесь задеваю? Даже из задевания особо больно. Мне показалось, там кровь. Ладно, все. Хватит болтать. Пока. В общем, сейчас мне пришла посылка из eBay. Я заказывала эту кофту, но чё-то мне казалось, там по-другому, короче, выглядит на сайте. И честно, что вы думаете, пожалуйста. Не знаю, такая пушистая. Я решила попросить вам показать вам, что я купила. В общем, вот ботинки такие купила, нереально крутые. Мне нравятся, они застегиваются вот так вот тут. Вот, на таком, ну, приличном каблуке, как бы, не маленький такой, но он очень устойчивый, вот. За 80 фунтов купила. Нереально классный, из магазина. Такого сейчас покажу. Чего-то положить тут надо. Вот этого магазина офис называется. В Англии, ну, этот магазин с обуви очень хороший, считается. И качество у них очень, на самом деле, хорошее, мне нравится. Потом купила такую висюльку для украшений своих. Тут, в общем, ее так навешайте на крючок. Сюда вот сережки, там... Нет, сюда... Да, сережки, сюда тоже получаются сережки. Сюда кладете свои браслеты, а сюда вешайте длинные на шее украшения. Потом это то, что я купила в Клэрс, я еще... Ну, не купила, мне точнее дали. Вот такой вот... как бы бальзам, он для ухода за ухом, когда его только прокалывают, вот он там, ну, давался приложение, как бы, потому что ух прокалываешь. И еще я там выбрала вот такие вот татуировки, ну, на пальце. В общем, подождите, их что? Поскольку их тут? Чё-то я не особо... А, они двусторонние! Значит, у меня вот, вот столько их и вот столько. Такие прикольные. Тут, типа, на палец, так, знаете, как у Риана, по-моему, есть татуировка. А это, типа, для друзей. Одна, там, одну себе такую делает, а другая, там, на руках можно ее сделать. Очень прикольно. Но я, наверное, друг другу себе вдвоем руки сделаю. Вот. И вот такое купила на шею... Блин, ну как на шею побрякушка называется? Буду называть ее цацу на шею. Вот такую цацу на шею купила. Она такая тяжеленькая, стоила 5 фунтов, но прикольная. Вообще не думала, что в Клэрс что-то вообще дельное могут продавать. Я очень была приятно удивлена. Это все, что касается не еды. А это еда. В общем, из еды я купила из просеянной муки макарошки. Они полезнее, наверное, обычных, я надеюсь. Вот. Хочу в пятницу себе на ужин сделать макароны с сыром и, наверное, каким-то томатным соусом или просто кетчупом. Потом купила легкий соевый соус. В нем меньше калорий, и он не такой соленый. Потому что я нахожу, на самом деле, соус, который обычно стоит там в якиториях или в тануке, я нахожу их очень солеными. Вот, поэтому такое купила. И купила сушеные фрукты. Это черри стробери, это вишня и клубника, и манго, и ананас. Они типа... Ну, это полезная фирма вот эта. Они там выпускают всякие, типа, вкусные снеки, которые не вредные. И купила вот такие вот крекеры. И ЦУ, по-моему, у нас в России такие есть. Они с белым шоколадом. Я уже помятила один крекер. Нереально вкусный, мне очень понравился. И, в принципе, пусть даже там калорий 83 на штуку, но все равно она не такая вредная, как, не знаю, шоколад, допустим, или еще что-то. И купила такие тосты, но это как бы они... Я тоже попробовала одну. Они как бы как крекеры, что ли, но это можно там их в суп добавлять, или на них там... Я хочу сыром их помазать плавленым и авокадо нарезать. Очень вкусно, я думаю. Ну, короче, вот так они выглядят. Вот, 31 калория на штуку, но, в принципе, для перекуса вообще в самый раз. Ну, как бы с чем-нибудь есть. Или вот с супом как раз. То я всегда хлеб покупаю к супу свежий. Я такой гимр для меня суп поесть. Надо пойти в магазин, купить свежий хлеб. А тут вот и на завтрак можно с маслом. Вообще очень вкусно.
хорошие покупочки. Вот это все, что я купила. И, наверное, сегодня я... Сейчас, блин. Наверное, сегодня я влог закончу все-таки. Потому что дальше я иду в спортзал и потом буду ужинать. А потом просто буду в интернете сидеть. Потому что пока школа началась, я хотела отдохнуть. Вот. Поэтому это в основном все, что сегодня такого интересного со мной за день произошло. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Пока! White shirt, walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. Suicide punk rock, I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater, and I know that